если вы сегодня знали, что у вас, вы сегодня лягаете спать, и ваше сердце делает последние стуки, вы больше не проснетесь. О чем бы вы сегодня думали? Думали ли вы о том, сколько вы денег заработаете? Как вы будете прекрасно проводить время? Или вы подумали бы о том, как вы встретитесь с Богом? Подумайте об этом сегодня. Никто не знает ни дня, ни часа, когда нам придется предстать перед Богом. Но мы каждый предстанем и будем давать отчет за всю свою прожитую жизнь. Каждый из нас будет отвечать. И чтобы нам предстать перед Богом, как перед Спасителем, а не как перед судьей, нам нужно покаяться в своих грехах и осознать, что Христос умер за мои грехи, и Он отдал свою жизнь за меня и воскрес третий день. И попросите Бога прощения. Бог слышит наши молитвы. Призывайте Святое Имя. Кто желает, мы дарим бесплатно детские Библии, дарим Новый Завет и дарим молитвенники. Кто желает, может взять молитву за Украину, за мир в Украине. Бог благословил вас и хранит. Доброй дороги вам, крепкого здоровья. Шановні, хто бажає молитовнички за Україну,